Russian President Vladimir Putin said a ceasefire could be brokered with Ukraine if Kyiv renounces its plans to join NATO and withdraws troops from areas annexed by Moscow. Українські війська повинні бути повністю виведені із Донецької, Луганської народних республік, Херсонської і Запорізької областей. Причому обращаю внимание именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Putin delivered the comments during a speech at the Russian Foreign Ministry in Moscow. Ukrainian and NATO officials have rejected the proposal, saying it is not a real offer for peace.